Доброе утро. Сегодня понедельник, 7:15, а значит, мы уже на работе. У нас двор, 70 квадратов примерно, может чуть-чуть больше, может чуть-чуть меньше. Мы будем делать гладкий бетон с нарезкой деформационных швов и затиркой вручную. Опа! Что вы ищете? Кружка. А вон она лежит, я на стольчике там поставил. Не, а твоя. Моя. Нам самая сложная задача в этом дворе – это его не залить, а нарезать ровную линию посередине. Это будет самое проблемное занятие. Для этого мы сделаем несколько колышков по центрам, которые будут для нас маячками, направлением, чтобы мы его не протеряли во время бетонирования. Здесь будет делаться уклон в ту сторону, вот этого пятачочка. А вся основная масса, весь центральный двор, как у нас идет естественный уклон, на улицу. В общем, будем сейчас что-то вам показывать. Каждый двор у нас начинается с разбивки уровней. То есть забиваются колышки, натягиваются шнуры. И вот в данный момент, вот здесь, у нас будет подсыпка. Соответственно, тут мы ничего не будем трогать, снимать. А вот ближе к воротам, по лесочке, уже можно понимать, что местами придется чуть-чуть снять основу. Вот здесь, например, видите, уже все. И стоит уже его не снимать. И так каждый двор. В первую очередь маяки. Либо если маяки невозможно установить, когда визуально видно, что и так надо снимать, то просто на глаз будем убирать. А так сначала маяки, потом будем убирать лишний грунт. Не грунт, а подсыпку, которая здесь есть существующая. Все, материалы все приехали, мы сейчас сетку раскинули. Вот эти арматуры по центру, вот это и вот по шнуру, мы их забили для того, чтобы по ним потом нарезать шов в центре. Стараемся что-нибудь импровизировать, чтобы линия была ровная. И еще приехал силлер, доставку сделал я. Или просто секель, кому как удобно. Вот таким опрыскивателем пшикаю. Вот такой секер, пожалуйста, ставьте на паузу, смотрите. Там на канал, если не забудьте, подписаться на всякий случай. Скоро приедет бетон, буду снимать. И вот такие ножницы очень удобные для подрезки сетки. Раньше делали болгаркой. Ножницами в 1000 раз удобнее. Вот и приехал бетонский. Мочим тачки, выставляем все и поехали. Сейчас этот лючок я выставлю, лью маяки. Мистер Андерсон зальет вот этот закуток, и мы с ним вдвоем начнем идти туда на выход заливаться. Благо, мы можем зайти через вот соседний дом сюда, и потом отсюда пойти опять заглаживать уже. Сейчас начнется заливка, буду, короче, на голове камеру держать, чтобы что-то зачем-то, но она в какой-то момент выключится, там уже как повезет, сколько запишу, столько запишу. У нас заказчики были, когда мы в черновую вложили, прям еще даже не гладили, и люди такие, блин, как хорошо. А мы такие, мы... Еще гладить, да, будет? Конечно, да. Без воды, вот сюда. Это еще хуже чернового. Это просто что-то непонятное. Это пока просто укладка первичная. Так. Ой, мышцы, чтобы разогрелись, пока еще тело. Тело пока не слушается. Сеточку достаем. Андрюха, сетку не забывай.
Сетку не забывай. Если у тебя нет сетки, все равно не забывай. Сетку поднял? Так, а камера вообще пишет? Что-то пишет. Зато она высыпает прям начисто, по-моему. Да, да, 100%. У меня все дедушка это ругались, лавочка высоко летела, а оказывается... Это была лавочка на вырост. Да. Она уже уходит, да, лавочка? А? Ну сейчас уклон, да, и потом идет уже меньше. Все будет красиво. Мы видео смотрели на ютубе, как укладывать. Сейчас повторим. Мы учились по ютубу. Это же мой не первый объект. Не-не, ваш первый. А это все был фейк, да? Да, это все было чужие объявления, чужие фотографии. Инструмент весь прокат, да. Инструмент, да. Я просто на ютубе, ой, на Авито очень много вижу людей, которые мои фотографии используют, даже мои видео используют. Некоторые мое описание, объявление копируют. А я им, ну, нет-нет, пишу, я говорю, вы же все равно не сделаете так. Зачем вы заморачиваетесь? Зачем воровать, если вы не сделаете? Да, да, прям мое видео с ютуба у чувака на Авито. Типа он делает. Да, да, рука моя, видео мое. Там на видео даже ребята с наших бригады, со второй бригады попали. А он такой, типа его видео, все нормально. Молодец. Да, что заморачивать? Зачем, да, зачем что-то делать, если можно просто одолжить. Блин, слой хорошенький, от души. Главное, чтобы хватило. Ну да, ну, должна хватить. Не знаю, я не брал ее. Вот сюда, Жень. И следующую сюда же. Замуровали девушку. Вот вдоль лески идем. Да. Кто на что учился?
Да, у нас эти извозчики, кто жизнь понял, становится затирщиком. Кто пока не понял, возит. И заработок на другой. Да. Премия 50 рублей. Не, чем, да, чем тяжелее работа, ответственная, тем зарплата больше, конечно. Но это не значит, что они сейчас покатают и будут сидеть. Так не прокатит. Потом, ребят, будет этот всероссийская ярмарка «Мощная спина». Кто выиграет? Там камни таскают, всякие бочки поднимают. Эту малышку. Ова. Ну а что, работа не пыльная, интересная. Люди постоянно разные, заказчики. Профессии у каждого разные, просто, ну, как кругозор развивается. Есть что, дай им рассказать, что интересного. Андрюх, ты потом выше поднимай правую сторону, выходи уже на старый маяк. Ну, на верхний. Кстати, он уже и не нужен. Этот пока не убираем, я там еще пару тачек. Сюда, а, все, сюда хватит, сейчас с другой стороны подольем. Андрюх, время будет, вырви арматуру угловую. Какую? Угловую, да. Черт. Спасибо. Вот сюда, сейчас вот до арматурки дойдем. Смотри, да. Пожалуйста. А, объедь параллельно, стань. Где потом? Ну, давай, все? Да, да, давай. Выбирайте. Мы работаем только зелеными лесками. Это наша фишка. И когда у нас работа заканчивается по всему объекту, они по чуть-чуть везде лежат. Зеленые. Да, да, да. Значит, тут. Не-не, ну от края и сейчас идем на всю эту. Всю ширину лить. А вот так ли как стоишь. Да, да, да. Наша метка. Я шучу, видишь, мы с тобой такие буквы типа, не знаю, подвязывали. Вот такую надо купить на 10 лет. Thank you.
вниз уходит, да, видишь? Да, Андрюх, мне тоже кажется, что у тебя там немного бугор есть. У тебя и справа, и слева, ты выше маяка начинаешь идти, видишь? Нет, на сантиметр. Ближе к забору, посмотри, у тебя там этот, сдвинь влево ее. Видишь? Протяни, тебе там сантиметр примерно лишнего. Уверен? Не, ну какие-то маленькие погрешности, это сейчас моя гладилка подровняет. Видать, кто-то там тяжелый, проехать не может. Так, 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 сейчас отсюда его буду заглаживать. Да, смотри, Андрюх, видишь, выше маяка у тебя рейка. Прям вот это. Видишь? Это может склон туда. Так это твой маяк и есть. Ну, чуть-чуть. Маяк вот тут, где вот леска была ровная. Да я гладкий, склон. Блин, ты этот, просто рейку отойди со стороны, глянь, у тебя там бетон выше идет. А, все. А, соседи выезжают. Все, идеально, стоит туда. Короче, тарахтит, полтора штучные есть. Ну это не радует. Ну меньше, чем половина. Ты сейчас до маяков дольешь, а потом, Андрюх, просто тачка мели и разравнивай. Да, и по звуку миксера может не хватить. Вернее, не может, а походу точно не хватит. Сильно тарахтит. Ну ладно, не будем паниковать. Я уже паникую. Не делай так. Никогда в жизни так не делай. Фу, блин, жарко, да, на солнце? Что-то мало осталось? Мало говорит осталось. Говорит, по идее, вообще все. Да? Женя, что-то не слышит. Ну, значит, сейчас будем растягивать. Ну, все закончилось. Ну, значит, будем сейчас растягивать. Так, нам нужно... Раз, два, три. Один, два, три. 0,7 куба нам надо. Значит, будем сейчас стягивать с самого начала. 0,7. Так, пока рейку убери. Раз, два. Короче, бетончика нам не хватило. Сейчас будем оттуда тихонечку стягивать, чуть меньше ловить. Ну, сантиметр полтора и сюда доделывать. Жестко, жестко, жестко. С водичкой. Прям слышится. У тебя утяжеление? Да, да, воды набралась. Сварщик, сварщик, парень работящий. Сварщик, сварщик. А если мы этот кусок сделаем, а потом как выходить, если будем идти? Оттуда зайдем и в ту сторону пойдем. Начнем, да? Да, да, да. Ну как я ровно поставил, сам в шоке. Да, ровно прям поставил. А, тут этот надо было. Смотри, а то потом вдруг тут пойдет чуть-чуть. Не, я посмотрел, четко линия. Все предусмотрено. Да, да, все по проекту. А? Как раз вот это на этой стороне и рядом. Данил! А, ничего, неси, неси, все нормально. Что, идем сюда сразу, оттуда? Да, сдалека. Надо сейчас двушку взять сразу. Двушку с собой возьми. Двушку с собой возьми. Сейчас я финишку возьму, по-моему. Морещик я взял, да? Морещик я взял. Нет, ты ничего не пойдешь пока. Мы хотим вот эти... Две карты загладить. Вот это получше.
Кто? Ну, выглядит поприкольнее. Американская. Да. Ты так, есть двухметровый принцип, пожалуйста. Сварщик, парень работящий. Ну, не, он еще мягенький, но лучше сейчас зайти. Да. Парень работящий, сварщик. Жень, забьешь, пожалуйста, две арматуры. Одну вот сюда, с краю, а одну вот там, нам на телеске надо будет перетянуть. Андрюх, ты пока далеко не уезжай, поставь отметку у себя, где потом нарезка будет идти. От палубки? Отмеряй. Там? Да. Ну прям пальцем цик, цик-цик, цик-трик. Как? Да так же, как и другой. Просто она тяжелее. Сейчас подашь мне эту трешку. Так, а потом еще и двушку мне подашь. Ну, трешку ты можешь ложить по направлению. Не, мне просто еще огонь надо, я не могу ее перекидывать на пока. Блин, что, сильно далеко сделал? Ну, не, нормально, что направление-то уводится. Ну, вроде бы ты это. Сейчас это, двушкой себе вторую отметку сделай, а потом мне дашь. Ну, он пока мягенький. Достаточно мягенький. Ну да. Нормально. Потом мне дашь мне двушку, я сейчас себе тоже отметку сделаю. Еще одну мы, наверное, сделаем и все, за двушку. Угу. Две. Да. Сколько? А, ты арматуры вырвал, Андрюх? Я нет. Вырывай. До середины даешь, которая? Вот это. О, бля. Да и середину, и край тоже. Прям в доске, потом другие сделаем. Потом прям в доске прикрепить или чуть? Не, чуть от доски отступи, чтобы мы потом леску завязали. От души забили. А, не тут сразу хуже сделать? Ну, сейчас режем и поехали заглаживать. Так, книжка все не везде. Это воду брал с собой? Нет. Надо, чтобы принесли. Потому что она нужна будет. Это, Жень, возьми бы две бутылки сюда и подашь, что по бордюру пройдешь. Ну, ты гонил. Ты скажи, что я туда профессионал по розам. Тебе надо будет чуть-чуть, Андрюха, ее вперед подвинуть. И загладить сразу край и дорезать до конца. Вперед, ты это сюда? Да, потом ты достанешь трешку и мне подашь. А, нет, ты сейчас нарежешь, потом мне подашь, я тут чуть-чуть еще по красоте сделал. Подожди. Смотри, двушку сейчас с собой заберешь. Ага. Подожди. Вот так сделаю. Еще раз пройди, чтобы она гладкая была. Ядреный вес, да, у нее? Все, внимательно потом заглаживай, чтобы полосу эту не загадить. Давай. Да, иди вдоль. Всегда трись об железку. Назад возвращайся, вернее, вперед. Трись. Да трись, говорю, об нее. Трись мастерком постоянно. Трись об эту хуйню. Не слышу, вот у тебя идет дичь, ты ее отодвигаешь. Теперь внимательно дави.
Все, и на, слушай, на будущее не вдавливая на бетон. Ты прям видишь. Ну. Ладно, Андрюх, не отвлекаемся, бетон едет. А кроме тебя и меня его больше никто не примет. Если вдруг бетонский приедет, а мы не затрем, то ты затирай, ой, ты иди принимай, а я затру сам. Весь двор у нас готов, кроме вот этого одного кусочка, который у нас был довоз. И он, поскольку уже и под вечер залит, и это была редкостная жижа, он мягкий, просто мякиш. Мы будем теперь долго ждать, пока он подсохнет, и потом уже будем дорезать и доглаживать. А пока тусим. Вода нужна вам? Поставить, чтобы хорошо можно было направление увидеть, как оно будет сходиться. Вот так, наверное, да, будет. Давайте еще одну поставлю. Просто когда две здесь есть. Ну, вот должна совпасть. Я
Это вот, блядь, съела, наверное, да? Да, далеко уехала, Андрюха. Далеко? А я вот сейчас вот и просто хроматика. Отлично, двух летчиков и моряков. Блин, классные перчатки. Вообще этот бетон что-то прям хорошо себе показывает, да? Ну да, хотя была какая-то дресня. То ли это отсев помог, то ли это камень, я не понял, что. Но он стал намного лучше. Доработали. Да, не бывает нормально, но бах опять. Хер я чего там. Или смена какая-то более-менее делать, другая. Там же, наверное, по-любому, или один и те же работают. Не знаю. Это, знаешь, нарезчик. Просто он... Я уже... Ты не дышишь? А на асфальт так чернить хорошо. Смотрите. Прям черный стол. Так, теперь надо сейчас вымести все метлой прям начисто. И все. Можешь закрыть их тогда. Так, ну вы видели, двор мы закончили. Сейчас сделаем быстрый клининг и закончили. И домой.